только начинается. Может, вторая? Ну, вторая все-таки. Заходи, я пока. Так, все, я появился. Мне страшно, мне страшно. Я просто не хочу помирать. Да не, хватит уже. Да что ты просто такой, опа, хаги-маги. А что ты здесь стоишь? Давай погуляем вместе. Выходи. Почему тебе врезать нельзя? А я сейчас внуком тебя. Вот, я вижу, атаковать игроков. Я могу атаковать игроков, но я не могу. Так, смотри, я иду по колизации с луком. Если сразишь хагиваги, ори на всю вселенную. Канализации, а где-то еще просто испугайся. Просто ты должен затаиться, и все. Похоже, опять он в синем местности. Он у меня. Хагиваги просто проходит через меня. Я ему не интересен. А здесь кто, Жень? А здесь кто? Жень, а здесь? А у меня тоже хагиваги проходит. А здесь все-таки кто? Я просто стою уже в те, вижу, у меня хагиваги. Знаешь что? Никита, просто стою и знаешь, что хагиваги. Жень, делают? А кто там? Не знаю. Он второй пошел умирать. Не ходи с ним. Че ты не хочешь? Мне кажется, хагиваги тоже ходят на шипе. Это задолго, что я это увижу по карте. Почему у меня тут свет где-то происходит? Я не знаю, что это было. Я прошу! Тебе сейчас... Тебе второго принесу. Ай, хвали, иди. Иди. Он пропал. Я с тебе второго ваги-ваги принесу. Иди. Мою добычу. Кто ходит? Кто где ходит, я не пойму. А. Я смеюсь. Стой! А если ты вообще в другой конце карты, почему я шаги свои? Два! Два! Два экрана! Я вижу твою смерть. Да, все. Был убит магией. Он тебя магическим способом придет? Два их! А я не знаю, что их четверо. Откуда ты знаешь? Четыре мода на хаги-ваги. Четыре хаги-ваги, по-моему. Это трудно четыре из их? Слушай, если четыре игрока и четыре хаги-ваги, и по каждому на одного... Знаешь, я откажу! От этой жизни. А представь, если 18 модов скачать? 18 игроков, капец. Угу. А представь, как и на сервере, если будет. Ну просто тысяча человек, тысяча хаги-ваги. Ма! Смерти каждый день были в игре. А сервер такой есть, не бойся, давай. Смелей, смелей. Возводи ты, какашка. Да хватит уже какашку своей. Наконец-то ты возвратился. Ты воскрес. Я дальше иду. Да, Никита сейчас только доперл, что у нас два хаги-ваги на карте, а ему спокойно. Жень, а давай я наспамню 1000 ваги-ваги и будем играть. Ваги-ваги? Ага. Ваги-ваги. А что будет, если я заспамню 20, как по вам подписчики, такая идея, 30 ваги-ваги в игре? Хай! Не важно, я хочу говорить. Да, правильно, враги, враги, ура! А я 7 модов даже. Жень, я твои выпью.
тебе его не принес. Все, всем пока, мы женим уже, всем пока, говорим, но мы изменились, что Женьку надо я сейчас превращусь в Ваги-Ваги. Ты вот на превращение не добавил. Ну, можно так специально, такой мерзкий. Кто где ходит? Почему я кого-то возле себя слышу? Жень, ты много напросился, что я в жизни своей. Пока. Жень, погоди. Что, я не пьяна? А, смотри, где ты вообще находишься? Почему ты тут? Ты тапаешься. Привет, Жень. Я новый твой защитник. Всегда у тебя защитник меняется. Потому что каждый помирает, да? Да, я твой новый... Я сейчас отру. Так. Так, слышно, как тебя? Да, слышно. Так. Знаешь, кстати, сейчас я принесу твои Ваги-Ваги. Только тебя они не замечают. На шифте стои, тебя никогда не заметят, окей? Что? Так, давай. Тебе играть дальше. Я хочу тебе превратиться в Ваги-Ваги ходит. Фух. Пойду дальше бить. Я просто испугался. Что его. Мне дропнулось? Объясните. Я так обкакался, да увидел, что что-то выпало. Ах да, я же могу во второй руке делать. Я так узнал, что во второй руке карту держать можно, только она мелкая. Я тебя опять терпротился от страха. А что там Хагипердаги встретил? Два. Почему два? Потому что два мода, да? Потому что четыре мода. У меня в туалет вот тут недалеко. Ага. Это все испортил. Да. Сэмти ему. Его. Да. Я хитрость рукожопы не сделал. Мы сейчас затроллим Женю. Тихо. Только тихо. Женю затроллим. Тихо только. Сейчас посмеемся. Тихо. Я как светичок хожу по комнатам. И я хожу по комнатам. Знаешь, что я одну замочил, оказывается? Своим стрелами. Прикольно. Радую тебя, только их три стало. Что? Перенести. И погоди. Чего? Че? Перенести. Что ты перенести? Это тебя телепортирую, типа. А? Я какой-то мир хочу создать. О. А ты что сейчас было? Чё? Меня пролагало. Всё! Ты что сделал? Знаешь, мне сразу...
знаешь, я смотрю на карту, и знаешь, что я вижу? Че? И ты пропал, такой. Вот, вот этот звук мне прям, чтобы я пугался. Как же это получится у меня сделать? А вы подписчики-то знаете. А Женя об этом не знает. Что за срулить меня хочешь? Сейчас воева еноте надо и в него превратиться. И тебя потроллить. Перенесть. Какой-то ты страшный. Все, мне надоело. Я хочу походить, я весь обкакался там. Ладно. Все, я накакал там очень большую кучку, я ходить. Да хватит. Все, я просто устал там сидеть, мне нужно ходить теперь. Да затроллить. Самому не смешно. Так надо найти воеваги. А сейчас затроллим по полной. О, Хаги-Ваги, привет. Ты тоже реально Хаги-Ваги. Ты тоже в ском режиме? Нет. Я вижу Хаги-Ваги на спавне. Который. Ты сейчас уже вышел гулять? В туалет обратно в свои подмостки. Я все-таки не смелый человек. И... Где моя нычка? Вот. Тихо! Все, я опять пришел в солнышку. Ну, уже не готова все свою нычку приходить. Ну, думаю, я же в партии иду. Че-то? Жень! Что? Что? Как? А, ты яйцо призывал? Нет, я не... Взял. Нет, нет, нет. А почему на меня этот эффект наложил? А, ты спаун-пунктом посольствовал? Да! Почему меня дапает? Потому что я. Ты сдохший. Ты почему? Я троллинг. Награду жду, что я всех ваю. Сейчас, подожди, подойди сюда. Награду. Вернись обратно. Все, твоя награда одна стрела. Иди бери. Ладно. Вон она в железе воткнута. Спасибо. Пожалуйста. Ты сам для себя спасибо сделал. Знаешь, кто здесь ваги-ваги? Так, ну я гуляю пока. Что-то меня не трогает. Это я просто нечаянно делаю, тебя троллю. Ух, я остался. А ты, я как вижу, нет. Если кто-то подыхает, ты тоже так же. Да нет, вон он ты. Какашка под именем Наташка. Близко ваги-ваги, потому что я часто что-то начал. А вот сюрприз. Никит, я был с этой Алекс, да? Спу. Тихо,
теперь я Стив, я могу скин менять. А что ты, внешний вид персонажа изменил? Ах ты что такая... А где все бар? Да, я Хагич. Я король Хаги-Маги. Я знаю одно название для моего скина. Ищем. Тихо, тихо. Херабибиб. Так, все. Херабибиб. Он найден. Все. Что ты креатив включил? Я не включал. У меня ходила. Господи, какие. Даже мой скин не понадобился. От меня все монстры бегут, я тебе больше скажу. От меня вон. Сейчас меня даже хаги-ваги. Тихо, тихо. Тихо, стоись. Я вообще стою, поснимаю на его... Это нормально, они на меня смотрят. Жить. Как с этим жить теперь? Вопрос, почему они такие тупые, что в них даже стрелять можно? Пропали. Это обратный отсчет до моей смерти. Все, я затлился какать. Хаги-ваги за картой, читер. Че хаги-ваги за карту делает? Хаги-хаги. А нет, хаги-ваги, извините. Никит, мне опасно. Я сейчас какать походу начну. Да господи! Это за меня. Эмны. А им нормально? А, дичи. Дрис... пока. Походу. Походу смелому я. Да господи! Это вообще на тебя не нападает. Подождите-ка. Хагич. Ладно, давай закончим ролик. Это было очень смешно. Что? Арабка! Я на подмостках! В общем, я не могу. Все, я выхожу. Выходить? Да нет, подожди, я с ней подружусь. Все, всем пока, всем пока-пока. Всем пока, ночь. Всем пока, всем пока-пока. Кому было интересно, не было интересно. Вот эти звуки меня очень, как сказать, радуют. Ладно, всем пока-пока. Было весело. Что там у тебя? А, я сдох. И вышел.